то, что у меня совсем нет денег, просто эта идея такая. Так, это экстренное включение передач по домам. Там вон заправка. А это мой домик. Палаточка сплав Ягуар одноместная. Это коврик. Там спальник, но будет жарко, поэтому вот этот, короче, не знаю, чехол от него какой-то мягкий. И это варится, мутится суп будет. Дорожный рабочий на свай предложил. Чувствую себя хуй пойми где просто. Мне страшно от того, что сейчас я иду делать то, что никогда до этого в жизни не делал. Вон поезда. Я пойду цеплять один из них отсюда, с Петропавловска до столицы Астаны. 500 километров. Это, блядь, не в мою сторону. Часов 5 занимаюсь херней. За это время прошел только один поезд в моем направлении, и он ехал слишком быстро. Моральный дух ослаб. А кто вас уходит? Я сразу постоянно в эти ноги. Оделся предупреждением. Выбрал абсолютно неподходящее место для первого трейнхопа. Станция большая, меня пропалили по камерам. Часа два искали, я ныкался в кустах. Не понимаю, что за станция такая странная. Все идет с России на Россию. Вниз Казахстана вообще ничего не идет. Хорошо, что меня убрали, потому что если бы я сел, он бы, скорее всего, шел на Россию. И это пересечение границы, это уголовка. Я расстроен. Надо пожрать. Это так странно сейчас выходить на автостоп. Типа как наоборот в зону комфорта, а не из зоны комфорта. Только один вопрос, почему не сделать эту дорогу еще шире? Будет еще удобнее ходить и еще веселее. Взял этот прокатный мусор и буду сейчас исследовать на нем этот город. 100 метров и прокол. Попытка номер два. Байк-чек. Говно, ржавчина, мусор, чугун, сырая нефть, мазут. Собирали утюгом и напильником. Не моя ростовка, маленький руль. Че ты от проката хотел? Ну, хотя бы оранжевый. Жаныма кел, жаным, жаным барында. Аппак кардай арын барында. Төзіп, төзіп, төзіп жарылғаныңба. Шегі бар деп шешім қабылдадыңба. Жүрегін қайыптен женбейтін шығар. Сүйгеніңді сағынғаныңда. Бастағы бақытыңды басыңнан теппегейсің. Өткізбей уақытыңды өкпеңді шептегейсің. Ай дөтір, жылдар дөтір, ертеңге кеттемейсің. Бір күні жаным бекер,
решил встать, проверить обод. И он, в общем, горячий, что долго палец не могу держать. В общем, на нем можно кого-то жарить. Алма-Ата очень опасный город. В Алма-Ате случается в 3 раза больше ДТП на 100 тысяч человек, чем в среднем по Казахстану. Объявляю чемпионат Азии по скальному альпинизму открытым. Сочи, Ким, Республики Казахстан. Слава подогнал ботинки и палку. В общем-то, пришел я на эту альпиниаду. Высота 200-300. Начинает болеть голова. Завтра вон туда, на снег. Ассаламу алейкум! Категория 1Б. Все работает. Понял, пошел. Второй. Где моя медаль? Да. Андрюха. Город. Город Казань. У вас хождение заняло 3 часа 20 минут, учитывая постоянные очереди на перестежках. Город там. Oh, 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 oh